Музей музыкальных инструментов и классической турецкой поэзии расположен в главном здании обители кружащихся дервишей. Арка ворот, украшенных золотой арабской вязью и полумесяцем, вход в обитель и музей. В экспозиции музея музыкальных инструментов можно увидеть старинные инструменты, которые использовались монахами и странствующими поэтами, различные виды флейт, барабанов, типично турецкие лютни. Услышать их звучание можно во время исполнения ритуальных танцев как в самой обители, так и в других местах выступления дервишей. Дервиши выступают в самых разных местах. Одно из самых неожиданных – вокзал Сиркиджи, где оборудован небольшой концертный зал. Несмотря на то, что танец исполняется специально для туристов, он производит неизменно большое впечатление. Обитель кружащихся дервишей, известная также как Галаты Мевлевиханы, была основана дервишами братства Мевлеви в конце 15 века. Дервиши совершают свои особые ритуалы поклонения Аллаху. Наиболее известный из них – танец, во время которого монахи кружатся под звуки музыки, вводя себя в мистический транс. Этот ритуал и дал название обители. Обитель Мевлевихане примечательна своим текке, главным павильоном, в котором размещены зал для ритуальных танцев, комнаты дервишей, покои настоятеля и библиотека. Первоначальный деревянный текке 15 века сгорел еще в древние времена. В конце 18 века дервиши возвели новое здание, которое мы и видим сейчас.